Всем привет, меня зовут Даша, вы на канале Игольник Дарьи, и уже утро, мне 25 лет, напоминаю, кто не помнит. Сделала я себе завтрак, не только себе, это, во-первых, картошечка в мундире вчера осталась, я взяла ее, значит, порезала на колечки, обваляла в муке с солькой, поджарила до золотистой корочки на сковородке, ну вот, видите, золотистая корочка, вкусно. Также поджарила две сосиски, и вчера я делала в мундирках и салат. Салат что-то по типу греческого, там... Не знаю, чего не было, это яиц, чего я туда не добавила, но я просто забыла. А вообще сухарики я туда добавила, взяла хлеб, просто поджарила по сухарике. Курица вареная туда у меня пошла, томат, помидор у меня туда пошел, листья салата пошли. И также я заправила это все майонезом. Получилось очень вкусно, очень классно, очень офигенно. И сегодня остались остатки, я их тоже на тарелку выложила для завтрака. И покажу сейчас, как прикольно я сделала сосиски. И вы можете делать также сосиски для своих деток. А еще у меня есть два кексика. Вот. Я хочу с чайком еще кексики догнать. Я думаю, будет очень вкусно. И я думаю, будет очень классно. Вот. И поэтому вот... Всем приятного аппетита, кто кушает. Мне сейчас не голову надо помыть, потому что, видите, она грязная. А завтра мне ехать на вокал, ну, заниматься вокалом, музыкой. И в любом случае, вот... Надо быть чистенькой всегда. Смотрите, вот так выглядит мой завтрак. Так выглядит завтрак Лёши сегодня. Ну, тоже, тут точно так же одинаково. У нас есть кола, но я пока ее не пью. Вот так сосиски, видите, можно и большие делать, а можно напополам разрезать. Они получаются такими, вот видите, осьминожками. По-моему, это очень-очень классно. Офигенно вкусно. Всем приятного аппетита. Вышла в магазин, потому что кончится чай, а очень хочется чаю, и я тот человек, который зимой, летом и весной пьет чай. Один из любимых напитков. Правда, люблю я больше такой, знаете, чисто зеленый, чисто китайский, но натуральный чай. Знаете, что камера запотела, кажется. О, так лучше. Короче, я люблю чисто такой зеленый чай, но так как зеленого суперкрутого в магазинах не продается, так только с подсластителями. То нормально, ничего, у нас на часах 11:40, и знаете, знаете что, о, у нас, короче, тепло на улице, и это очень прекрасно, у нас очень жарко просто, чтоб в доме, на улице так более-менее хорошо, завтра ехать на вокал, но я представляю, как жарко будет в электричке, нужно будет запастись водой, еще у преподавателя напьюсь воды, как это сказать, объем на воду. Вот. И пока что просто иду по улице чай покупать чай. Голову еще не помыла, но, по-моему, после прихода нужно голову помыть. А вечером к 7 я поставила мясо на разморозку, я холодец буду делать. Не знаю, получится или нет, готовлю второй раз. Посмотрим. Хотелось бы, чтобы получилось. Вот у нас такая красота на улице. Лето. Вышла я уже из магазина Dixie, и на кассе была женщина, которая меня очень удивила, с маленьким ребенком. И ей случайно наступили на ногу, да, какой-то мужчина в очереди, который стоял спереди. И меня это натолкнуло вот на мысли, которыми хочу с вами поделиться. В чем смысл этих мыслей? В том, что вот она сказала, да, когда ей наступили на ногу, она сказала, капец, что вы творите, да? Ну, она сказала, конечно, не капец, она сказала это матюком, но просто я не матерюсь, и в связи с этим я не буду так говорить, и она сказала, да? Обычно люди так и говорят, если им там на ногу наступили, в машину врезались, еще что-то, они не говорят, спасибо Господи за то, что я там жив остался, да? Или, ой, спаси Господи этого человека, который наступил на ногу, и так далее. Они сразу начинают включать свое недовольство, включать свои какие-то внутренние, ну, то, что в них сидит, да, вот то, что в них сидит. И вот эта мама, она же этому учит у своего ребенка, да, вот который с ним стоял раз. И по итогу она так и своего ребенка воспитает, да, в таких эгоистических качествах. В качествах того, что не уступать место в троллейбусе, да, потому что так мне так хорошо. Там, не здороваться с соседками, там, не это самое. То есть она же этому и научит своего ребенка, и тогда, естественно, мы потом удивляемся, почему вырастает такое безнравственное поколение, потому что мы сами такое поколение и воспитываем, да. Почему потом мальчики девочкам не уступают, и многие-многие вопросы, которые зависят именно от нашего воспитания.
Вот, ребята, сделала я печеньки вот такие вот в форме шоколадок. Они, конечно, не получились такие идеально ровные, как бы мне хотелось, но, тем не менее, они получились классные. И я надеюсь, что вкусные. Сейчас будем снимать пробу. Я думаю, будет офигенно вкусно. Ням-ням-ням. Итак, всем доброе утро. Я проснулась, и у нас на часах 4 утра, 4 ночи. Я легла где-то около 10, ну, 10 с копейками спать. И мой организм проснулся. У нас за окном светло. Сейчас я вам это докажу. У нас часовые пояса просто так стоят, что у нас светло. И вот как объяснить моему организму, что сейчас ночь и спать надо. А сейчас не день, и не нужно сейчас активничать и быть суперактивными. Потому что я немножко не выспанная, но на часах у нас 4, ребята. 4 утра. И я не могу исправить свой организм, я не могу как-то это все, ну, как-то. Я легла в 10, да, я уснула, но я где-то с полчасика еще повалялась в телефоне, там в ютубчике порылась, там все такое. Вот, еще перед сном помолилась, но это перед 10 часами еще. Вот. И сейчас вот я проснулась, открыла глаза. Мой организм сам проснулся, без будильников, что странно. Потому что, видите ли, на улице уже светло, и даже не рассвет, потому что рассвет у нас где-то в 3. Ну, именно солнце восходит, да, и восход солнца вот где-то в 3. У нас начинает светлеть потихоньку, даже около 3-2 с копейками, я бы даже сказала. И вот как-то не знаю. Посмотрим. Либо я сейчас за компьютером посижу еще немножко, потому что мне сегодня ехать на вокал. И на вокал мне сегодня ехать в 9:10 электричка. Поэтому мне еще настолько рано. Я не знаю, я либо кофе выпью, либо олеотерокок, потому что я так чувствую, что за пару часов я захочу снова сильно спать. Вот, в связи с тем, что невыспанность все равно даст свое. Вот, и еще у меня какие-то странные ощущения в горле, оно немножко першит. Вот, и даже не першит, а вот здесь. Чешется такое ощущение, что хочется прокашляться. Ну ладно, я сейчас попью чаю, и я думаю, что все пройдет. И что... Потому что все-таки вокал, и... Короче. Всем доброе утро, кто проснулся. Кто не ложился, то всем спокойной ночи. Или кто сейчас ложится, потому что есть профессии, которые ночью не спят. К примеру, скорая помощь, которая работает сутками, да, там, которая в ночь тоже работает. Те, кто считают магазины, которые в ночь тоже работают. И много-много таких работ, ну и таких же профессий, где работа происходит именно в ночь. Поэтому, как бы вам не хотелось, доброе утро. А я сейчас позавтракаю и посмотрю, что там у меня с холодцом, потому что я еще не заглядывала. Мне интересно, таки застыл он, не застыл, получилось, не получилось, потому что я первый раз делаю холодец на самом деле. Ну, точнее, раньше я его делала с мамой, да, раньше там... дома. Один раз я попыталась сделать со своим первым мужем, ну, со своим первым парнем, с которым встречалась, с Толиком, и у меня тогда это вообще никак не получилось, у меня просто все расплылось, и все. А сейчас я надеюсь, что все получилось, я надеюсь, что все классно, потому что я использовала просто курицу обыкновенную, магазинную, бройлера, то есть даже не петуха, и не свинину, потому что петуха или свинину можно уварить до того состояния, не используя желатин, чтобы оно просто само застыло, загусло, ты его поставил и все. А если это просто обычная курица, то так не получится. Обязательно должен быть желатин. И я добавляла туда желатин, и я хочу посмотреть все-таки, что же получилось. Вот, потому что, знаете, хотелось бы, чтобы получилось. Еще я вчера оставила стирку, но я этого не показывала. Я просто постирала свою футболку с шортами, в которых сегодня ехать, и... в которых сегодня на вокал ехать, и посмотрим. Ой, посмотрим. Ребята, поймите, то, о чем я говорила, у нас даже не просто утро, у нас жарко, уже очень жарко. У нас, посмотрите, где у нас солнце, попросту.
И это на самом деле пипец. У нас уже солнце высоко-высоко. И это жарко. Если я захочу сейчас за компьютером посидеть, то это будет жарко просто. И давайте посмотрим на наш холодец, застыл ли он. Попросту. Ура! А! Ребята, это получилось! Ура! Я боялась, что у меня не получится, потому что все-таки первый раз, чтобы вот так вот получилось. 3 судочка я сделала. Ну, у меня получилось просто на пол-литра 500 мл воды. Ну, точнее, я заливала полностью, да, литр. Но когда я залила полностью литр, все равно во время варки воды чуть-чуть выпарилась. И посмотрите, как красиво. Посмотрите, как это красиво. Боже, ребята, я кайфую. Я кайфую. Кому холодца? Обращайтесь. Это вкусно. И посмотрите, и внизу столько мяса. Нет, я могла бы сделать на больше жидкости, но они бы получились тоньше, и в каждой вот этой кастрюльке, ну, в каждой этом коробочке получилось бы меньше этой мяса. Я еще вот эту коробочку вчера доставала, но что-то она как-то мне не сильно понравилась. Короче, и вот... Ребята, класс! А я сейчас буду завтракать, сидеть за компьютером, смотреть, повыходили новые ролики у Вредины, у Мария Рака, у Виктории, которые я еще не смотрела. Вот, и это мусор у нас. И очень хочется посмотреть. И давайте с вами найдем кота, чтобы он тоже поздоровался с вами. Куищу. Доброе утро. Здравствуй. Здравствуй. Ой, эй, кот, вот только цапаться мне тут не надо. Я ж тебя люблю. Эй. Не-не-не, вот не надо мне так. Не. Он не дает, чтобы я его погладила. Ты смотрите на него, на этого кота. Ха-ха-ха. Мне очень сильно бьет это все и в глаза, и в компьютер, и, в принципе, вообще везде. Поэтому я нашла выход. Просто прикрыла. Вот здесь, конечно, не прикроется, но на компьютер здесь уже не светит, и это хорошо. Да, кысь, не светит уже. Пошли кусать. Вчера купила чай. Это Липтон Форест Фруит. Это черный чай с лесными ягодами. Суперфрукты. И второй чай, это тот, который я всегда пью, зеленый, с клубникой и ароматом персика. Вот этот вот клубника-базилик. И еще у нас есть где-то был чай. А я не вижу. А, вот он. Гавайский мохито. Вот он мне вообще никак не понравился. Фу, ни на запах, ни на вкус. Короче, будем завтракать. А еще мне нужно помыть посуду будет перед выходом, чтобы оставить чистую посуду. Потому что Леши сейчас дома нету, и он вернется, чтобы... Мне почему-то хочется, чтобы посуда-то была чистая, чтобы ему не мыть, да? Чтобы он пришел здесь, мог кофе попить, сесть там, я не знаю, или перекусить, или вон телек посмотреть, чтобы было чистенько. Знаете, я где-то часов до 7 посижу за компьютером, вот. Потом приберусь на кухне, естественно, и буду собираться, потому что мне где-то в 8:30 желательно выйти, потому что я еще хочу зайти в магазин водички взять попить, потому что пить хочется, там зайти, короче, захочется пить в дороге, ну, чтобы, знаете, как это... Ну, что жарко. Мне вчера так просто плохо от этой жары было, меня подташнивало от жары. Просто хотелось лежать, не вставать вообще, как это мутило, водило. Боже, это жесть была. И есть не хотелось. Поэтому такая жарища, еще в душик сходить хотя бы прохладный перед вокалом, потому что капец-капец. А сейчас я буду кушать, вот. И всем тоже желаю приятного аппетита. И всем, кто смотрит и кушает. А тем, кто не кушает, ну тогда, как это, на будущее. И я буду заканчивать на этом свое видео. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Мне очень важны ваши лайки, комментарии. Я очень рада вашим лайкам и комментариям. Комментируйте, пишите, что вам интересно. Мне очень приятно. Вот, всем пока-пока.